Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я чувствую, что я хочу творить. Совсем недавно в своих покупочках я рассказывала вам о том, что я приобрела. И что я собираюсь становиться творческой личностью, собираюсь рисовать. Я купила себе вот такую вот картину, которую я смогу нарисовать сама. Вот так вот она выглядит. Это то, что будет у нас. Вот, и называется это рисование по номерам. Сейчас я хочу вместе с вами начать и, надеюсь, вместе с вами закончу. Я не знаю, как у меня весь этот процесс получится, потому что кто-то ее рисует 20 часов, кто-то 4 дня, как мне сказала девушка. Но я попытаюсь нарисовать ее быстро, просто я не знаю, как я это видео смонтирую, как мы это вообще с вами делаем, что я буду снимать, что нет. Так, я достаю картину. Вот она у нас так вертикально выглядит. Здесь у нас номера всякие. Не знаю, насколько вам видно хорошо. Так, все отражается. Все, что у меня там, напротив. В общем, сейчас я сниму по-другому. Это немножко вот опишу, что здесь сзади. Вот здесь, видимо, инструкция или что, я не знаю. То есть то же самое, только на бумаге, как я поняла. И здесь кисточки разные и краски. Сейчас я все это разберу, установлю камеру так, чтобы вам было видно. И мы начнем рисовать, творить. Пойдемте. Значит, вот, получается, холст у нас здесь. Но здесь маленькие красочки, кисточки. И здесь даже, чтобы потом повесить картину эту, такие вот тоненькие кисточки вообще. Ну вот одна просто красит, другие прямо как волосиночки. Потому что здесь действительно есть маленькие такие места, которые красить. Что мне сказали, что вот эти краски, их вообще разбавлять не надо, и красить нужно сухой кистью. Если вдруг что-то там подсохло, да, то можно разбавить немножечко водичкой, совсем самую малость их. Так, с чего бы начать? Начну я с лица, с поцелуя, с самого главного вот этого места. Буду рисовать это маленькой кисточкой, я сейчас попробую, хотя можно и такой. Можно вот, да, покрасить вот это как-то. Давайте большой начну кисточкой. И здесь цифра у нас 17. Большой такой кусочек. 17. Где у нас 17? 17, 17. Так это прикольно, так это, знаете, необычно. Мне кажется, я сейчас себя почувствую реальным художником. Так, лучше это открывать. Ну, оно достаточно густое. То есть не... Можно не переживать, что перевернется и разольется. Ну что, начнем. Убираю. И красим. Ой, как это увлекательно. Надо же аккуратно. Для детей это, конечно, не подойдет, которые и раскрашивать еще не умеют. Это я подарила раскраску одной малышке. Она мулевала там все. Реально ложится как масло. Ну такие мазочки получаются. Мне кажется, такие картины намного лучше, нежели, знаете, купил и все. Тут душу вложил. Картинку как-то, может быть, символично выбирал. Вот я выбирала символично. О, будильник. Вообще я должна была проснуться сейчас. Завела будильник, но я не ложилась вовсе. Итак, дорогие мои, я накрасила все, что нужно было 17-й красочкой. Вот здесь вот, да, больше пока не вижу. Может быть, нам и 17-я не понадобится. Ее у меня, можно сказать, как было, так и останется. Еще на 20 таких картин этой краски. И вот что я заметила, пока я красила, что красочка достаточно быстро высыхает. То есть это вот я накрасила буквально 5 минут назад, да? Достаточно быстро высыхает. Я, в принципе, обхожусь двумя кистями, большая и маленькая.
И я хотела, сначала думала, что я прям начну с лица разными цветами, но поняла, что на самом деле лучше, наверное, взять пару кисточек, один цвет, и накрасить все, что мы видим, этим цветом. Потом кисточку помыть, чтобы не мыть ее каждый раз, да, потом кисточку помыть и приняться за другой цвет. Вот. И что здесь нужно еще? Нужна вода и нужна ваточка на всякий случай для того, чтобы промыть кисточку и вытереть ее ваточкой. С собой сразу на столе уже должно быть, так что я пойду готовить ваточку и водичку. Итак, дорогие мои, прошло, наверное, 2 часа. Вот что у меня получилось пока что. Волоски немножечко, кожа. Что я заметила еще, что важно. Если вы начали рисовать какой-то цвет один, то дорисовывайте его до конца, даже если вам понадобится использовать 2 кисточки, потому что у меня были моменты, где я крашу широкой-широкой кистью, а где я не пройду широкой кистью, я оставляла, думаю, все закрашу, где широкой кистью, а потом тонкой пройду. И потом про эти моменты забыла, начала уже рисовать другое, и сейчас я рисую и сталкиваюсь, что какие-то моменты я не дорисовала. Вот, и... А оттенки очень похожие, то есть вот здесь вот, например, 3 оттенка в этой руке. И вот, знаете, как бы очень сложно сейчас будет подбирать их, какой был все-таки там, а цифры я уже закрасила. И, то есть сразу, да, берете, я рисую, вообще рисую в одной руке одну кисть, в другой другую, меняю их и рисую. И еще момент, бывает, что цифра, например, да, вот здесь нарисована, 9, к примеру, да, и ведет она туда-туда, тонкими моментами, туда-туда-туда, то есть не рисует нигде, 9-9-9, один раз 9 нарисовали, и все, и везде вот, где вот это пространство, нужно это все зарисовать. Поэтому я рекомендую вам цифру закрашивать в самый последний момент, то есть закрашивать все-все-все вокруг, и когда вы уже все закрасили, тогда уже закрасить цифру, чтобы вы всегда знали, каким цветом вы пользуетесь. Если вдруг забыли где-то или еще что-то. Так, что еще хотела сказать? А, не бойтесь, если вдруг вы где-то вылезли, не попали, прям нечетко по контуру, по линии. Ничего страшного, красочка плотная, то есть вы другой красочкой можете перекрыть немножечко, да? Ну, если совсем темная. Ну, в общем, все равно это будет, так как мазки такие, все равно, видите, они такие все-таки небрежные. Поэтому, если вы немножечко не попали там в контур и вылезли чуть-чуть, это ничего страшного. Вот такая картина, я думаю, она будет прекрасная вообще, и будет радовать не только мой глаз, но и ваш глаз, потому что я буду ее снимать в видео где-нибудь на фоне, будет символ моей любви и вашей любви. Вот такая вот творческая идея, немного напоминает, как я недавно вязала своим любимым носки. Вроде бы вязание бабушки, да, и так далее. А так нет, сериал любимый включаешь и вяжешь, и это такая увлекательная вещь, что я даже иногда раздражалась, когда меня кто-то отвлекает от этого дела. И вот здесь сейчас тоже, на самом деле, такая вот кропотливая работа, но ты знаешь, что будет от этого красота, которая будет глаз твой радовать. И чувствуешь себя каким-то таким художником даже немного. Уже ты не просто будешь говорить, о, картина висит, да, ты уже будешь говорить, вот... Нифига себе картина, которую я сделала своими руками практически. Поэтому вот кому интересны творческие вещи, пожалуйста, пробуйте. Очень клево, увлекательно. Краски еще потом останутся, и даже если кому-то понравится эта картина, вы можете еще отдать эти краски, и чтобы сделать это на варианте с бумагой. Все, с вами была Селена Свей. Если мое видео было вам интересным, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Увидимся завтра. Пока-пока.